Зинченко ждет решения Манчестер Сити по своему трансферу. Агент Зинченко посетил Севилью, где побывал на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин в начале прошлой недели. Футболист может покинуть Этихад до закрытия трансферного окна. Украинский полузащитник Александр Зинченко ждет решения от Манчестер Сити относительно своего перехода в Бетис. Агент Зинченко посетил Севилью, где побывал на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин в начале прошлой недели. Сейчас украинец ждет решение от руководства горожан, которое решает, стоит ли продавать полузащитника в другой клуб. Отметим, что Зинченко не попадает в заявку Манчестер Сити уже 3 матча подряд. Ранее сообщалось, что к Зинченко проявили интерес команды из испанского чемпионата. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.